Ну, килограмма на два. Ну, вот такой вот сейчас мы его маленько... Хозяин этой реки. Хозяин. Давай, отходи, смотри, по течению встал. Да, да. Давай, теперь ты надиктовываешь. Ну, а все у меня надиктовано. Ты надиктовал. Все? Что, отпускай? Давай, дырку делай, Иван. Че? Сверху карий камень. Сверху камень. Какой ты красивый. Погладить. Красивый. Прикоснуться к святому. Вот такая рыба в таких реках. Это куда на берег-то? Не там. Давай, не... давай назад, а. Давай назад, 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 назад. Ух ты. Давай. Пойдем, пойдем, все. Пошли в реку. Давай, в реку. Все. Двери открываем тебе. Давай. Лови. Все, пошел. Вот такой. Красавчик. Все, стоит? Ну и он спокойно, блядь, как домашний мальчик. Природа вот такая, ребята, посмотрите. Косо, пасик. Вот. Зацепился. Дима уходит. Да пускай уходит. О, красавчик, блин. Сразу только бросил. Вот такие. Нормально получилось? Все? Вот. Его сюда. Будем отпускать. Все. Все, пошел. Пошел, парень. Стоит, да? Да, стоит, на, на. Ходит. Пускаем. Вот, пошел. Замаскировался. Да, теперь ни удочкой, ничем его не достанешь. Не забыл нажать? Нет, я. Да, четкий. Четкий парень. Мощный. Сразу видно, что хозяин. О, пошел. Встал. Свечивать. Что, пусть стоит? Показать там лекарство. Так и живем мы в тайге. Вот здесь рыба, таймени. Вот, а здесь у нас. По этому пню определяется уровень воды, ребята. Вот. Так что какой он уровень, о, такой у вас будет и улов. Эй, красота! Пики, пики какие! Делись. Вот, ребята, ручей. Ручей. Труба приказала себе долго жить. Она, короче, видите, оторвалась. Болтик открутился. Типа снимательный. Да.
развилка, ребята. Раньше была развилка. Я считаю, здесь надо остановиться. Тут, ребята, вот, вот это место. Видите? Это лежит метеорит. Тунгусский метеорит. Короче, дорога усложняется, ребята. Едем вот по такой же дороге. Просто по тайге, считайте. Дорога в тайге. Вот. Непроходимая, непролазная. Но едем вот так. Ребята, ничего не показывает вообще. Предохранительно надо смотреть. А тут посмотрите, тайга вообще. Ну буку, смотрите сколько. У нас путь пролегает вот так. Через вот, вот такую вот. Видите все сами. Своими глазами. Баня бывшая. Никого? Никого. Никого. Чурочки для нас тут. Становится палатка. Под кедрой выбрали место. Ну вот. Так тут хорошо все. Дождя нету. И по тропе к лагерю. До реки, короче. И смотрите. Видите, с той стороны. Не упало, короче, все перегородило. Придется перепиливать. Но у нас тут как бы вот так. Что? Кого? Две шишки точно вижу. Снимай. А, ну. Снимай. Вот так шишку. Да, шишка. Орешка. Орешка. Смотри, о, орешки. Но точно. А вот еще одна. Угу. Ну да, да. Смородины вообще, ребята, самый край. Смородины обопьемся. Пойдем туда. Ну, завалило. Дома должен быть порядок.